Только, парни, надо быть честными. Еще какая штука очень важна. Это ваш отзыв, ваш комментарий поможет, чтобы люди заинтересовались, что мы делаем. Возможно, мы поучаствуем в каких-то проектах. Сейчас весна наступит. Я сколько братьев? Четыре родственника? Многодетная семья, сколько у тебя братьев и сестер? Не, смотри. Твои, да, твои. У тебя три человека, да, жена? То есть ты, один брат, одна сестра. Вот три ребенка у него, ну и считается. Есть еще два двоюродных. Нет, родных кто считается. Вот у него многодетная семья, три ребенка, например. У него жопится к каждому третьему занятию, плюс одно безоплатное. Потому что социальный статус. Если у тебя, может быть, есть малые разные категории. Я иногда ребятам говорю, Дима, сам, прими, пожалуйста. Они считаются. Например, Сантей, у тебя есть документ, у тебя считается как? Ну, переселенец из Украины, из-за войны. Типа, если у меня мама одного воспитывает, потому что. Мать одиночка. И то, что она там вообще как-то не дает. Малоимущие. Малоимущие надо справку принести каждое третье занятие безоплатно, потому что мы даем лицам с ограниченными возможностями любые категории. Я на малоимущие на халяву в школе. Да это халява, это не надо это говорить еще раз. Хорошо, бесплатно. Безоплатно, молодец. Пожалуйста, принесите справку, если просто есть такая тема, не стесняйтесь. А если у меня две справки, тогда мне за каждое третье будет два занятия давать? Ну. Смотри, какая штука. Я бы с радостью, у меня просто начальство очень сильно заругает. Тогда и так ты меня ругаешься, что я даю безоплатные занятия, не даю возможность выиграть. И меня постоянно ругаются. Просто чтобы вы меня не подводили, не подставляли, принеси любой документ, подтверждающий категорию твоей семьи. Мы за каждое третье занятие безоплатно. Плюс один. Это и так выигрываем. Да, и так возможность выиграть и прочее, прочее. А все вот. Просто чтобы не стеснялся, что я краем уха не слышал, правда, не понял. Про тебя, у тебя давай, так, у тебя кормится нет. Можешь так? Жизнь. Да? Ну и все. Это социальное. Давай, ты присаживайся, не стесняйся, не переживай, просто сюда принеси. Ну, например, если ты приобретаешь, то 12 занятий. Каждый занятий, сколько? Плюс 4. Назад загибай. 12 плюс 4. Это категория. У Артема или у Димы. Слава богу, что нет таких категорий, мало. Но если вдруг есть Дима, Артем, слышите? Да. Если справка есть или у друзей кого-то, пусть не стесняются. Потому что это во-первых, то, что мы делаем, не делает никто. Всем в основном совсем не разница. А мы хотим помочь. Если про друзей, тогда это что происходит? У моего друга есть 4. А, ну там. Нет, 3. В семье. Он многодетный. Он и еще два. Многодетная семья. Да, это что он может. Если он приносит документ, подтверждающий, что это многодетная семья, он приносит документ, если он приобретает абонент на 12 занятий, ну плюс 4 занятия добавляется. Каждое третье занятие. Где не считается? Ниже пускай. То есть, представляете, 16 занятий. Это видишь, ты хорошо. Да. Я-то думал, типа, можно 3 занятия не проходило, а что на халяву получилось? Вообще класс. Не халяву, Саша, не халяву. Безоплатно. А это наш подарок. Потому что в основной массе людей, в основные клубы или кто это делает, они говорят, бабло, давайте бабло, там, бабло, тащите. А мы хотим, возможно, дать ребятам или девчатам заниматься. Да? Все, поехали. А вы это не знаете? Абонентская... Запись? Так, ты 200 дал. Да, ты 200 рублей, ты скажешь, ты сказал, что у тебя полтинника нету. Нет, я дал 200 рублей, сказал, что у тебя нету сдачи. Да нет, 200 рублей. Он дома сидит, буквально. А, ё-моё, прикинь, сейчас, погоди. Я знаю.
Сейчас. Серый, есть 50 рублей? Да. Дай, пожалуйста. Наликом? Да. Сейчас гляну. А я думаю, ты прикинь, 200 рублей, я тебе говорю, да не гони. Прости, молодец, что сказал, все, сейчас дай, что дам. У нас просто бывает, ребята, кто им там, ну, на проезд деньги тратит или еще что-нибудь, мы всегда даем возможность, поэтому не гоните. Я вообще сделал занятие безоплатно, да. Но меня сожрут, начальство просто, ну, начальник. Они как-то, как... Нет, они не людоеды, не ганнибалы, меня морально будут прессовать. Я на протяжении 2 лет уже постоянно прессую, что мы даем возможность, все, держи. Ты это хотел спросить? Да. Молодец. А у нас слышал, кто же ты окопянный из-за тебя снял? Людоед оказался. Из чего? Из-за того, что он сказал, я не хочу детям платные курсы делать. А, ну что? Искусство. Ну, я насчет платных курсов не знаю, но я знаю, что детскую площадку сзади он сделал все на свои деньги. Вот это все, что у нас на площадке. Ну, на он просто в свое время поднимал нормально средств. Ему тоже страдать, как бы. Просто бюджет был. Ну, он, да, вот этот, едям по себе дядька здравого. Мы подошли, короче. Надо деньги рубить. Так потому что мы уже создаем конкуренцию, это было еще с 2012 года, ко мне приходили, реально приходили граждане, говорили, серый, мы вообще раньше провели занятия просто на улице, открытые, за чем зал открывали. Безоплатно. Платили, значит, отжимания не здесь. А мы еще их за это и кормили, ну просто ребята приходят, класс, класс. Сейчас, кстати, Сергей Сергеевич кое-что покажет, из рюкзачка пусть достанет, да, давай, Сергей, из рюкзачка достань мотиватор. И ко мне приходили, говорит, серый, не надо делать, ты конкуренцию, ты нам просто, ну что, разные виды, гимнастика, рукопашный байк, и если обратил внимание, мы гимнастику все включаем, самооборона, воркаут, эквилибристику, давай, мотиватор, сейчас Сергей Сергеевич достанет мотиватор. И даже сейчас клубы, кто занимаются, у них минимум в месяц занятие 1 час 3700 стоит в месяц. 10 занятий, представляешь цену? У нас 2012 занятий, тренировки там 2-4 часа проходят. И то они ходят, постоянно копают под меня, что бы докопаться, что бы, блядь, нажрал, что бы настучать. Здесь один пырёк, когда недавно был, пропердел от страха стекло, прикинь. А то примат, директор, пропердел. Представляешь, и потом побежал к ГБР сюда, вызывали, чтобы нас здесь меня ломать, а парней выгонять. Ну сумасшедшие люди. Поэтому я хочу ребятам объяснить, что даже если кто-то меня захочет убить, или завтра я не смогу появиться, или у меня уже не будет меня, что вы все это сохранили в себе, вы защитники Родины и должны любить мам. Ты понял, Диман? Молодец. Че, парни, смотрим, что Серега принес. Мотиватор. Мотиватор. Sony PlayStation 4. Я же сказал, как только мы разберемся, ты покажи игры, которые мы еще есть. Но из игр у меня скромно, потому что я все покупаю в онлайне. А так... Смысл такой, парни. Как только мы решаем с третьей Соньки, с третьими Соньками. Погоди, я смысл такой. Я приобрету, это чтобы вы не подумали, я приобрету четвертую, если из вас кто-то ответит. А, кто пьяный, будет? Сначала мы решаем с третьим PlayStation, с которой аэрографии, которые крутые. Кто выиграет третью, он, может быть, третью захочет подарить кому-то и будет участвовать в выигрыше четвертую. Мы еще Соньки разыгрываем. Нет, даже лучше первым выделить. Нет, Серый сейчас принес показать, что мы делаем. А так у нас клуб все приобретает, да? А это кто, вы или Артем Станиславович приобретает? Кого? Соньки. А какая связь? Ну, кроме как, что он мой брат, Артем Станиславович, какая еще связь? Он вообще четвертый тоже разыгрывался будет? Не это. Это Сергей принес, но хорошо, если я с ним договорюсь. Смысл такой, в нее загружено. В нее загружено на 100 тысяч, парни. Если у меня будет 100 тысяч, я ее выкуплю у него. Но я думаю, из вас никто не захочет. Ну, пятый уж не будете еще раз выкупить. Серега работает только на игры. Накуплено. Куплено игры столько цифровых, что на сотку там, на 100 тысяч. А там же это аж есть против? Есть. Это четвертое. Смотрите, у нас есть третий PlayStation с аэрографией. Третий PlayStation можно сделать пиратским. Можно туда 1000 рублей бесплатно закачать. Четвертая Сонька, которую я могу приобрести, либо мы с Серегой ее приобретем и разыграем, она крутая, всякие крутые игры. Есть еще пятая PlayStation, но их сейчас физически купить очень тяжело и ценно. Поэтому пока не гоните, парни. Третья Сонька в вашем случае самая крутая. На ней можно кино смотреть, на ней можно в интернет выходить, на ней можно играть игры по 200 рублей диски покупать.
Можно хоть целую библиотеку игры сделать. Не по игры офигенские, чтобы поверить, что игры офигенские. Нам надо сюда принести телек, Соньку, и вы посмотрите, что у нас есть. У нас есть гитары для Sony PlayStation. А вы мне еще помните? Руль. Есть гонки с рулем, прям очки 3D, все дела. Да. Помните, вы говорили вот перед тем, как я уезжал в Интер, то что тут будет телек привезут большой, то что тут будет... Да, это мы с Артем Станиславовичем договорились, так Артем Станиславович нас предал всех, и он, к сожалению, вот испугался в трудности, которые ожидаемы, и взвалил все на нас, это решение этих проблем, которые мы просто из-за этого остаться здесь. Он испугался, он убежал, он здесь со всеми заругался, поругался, людей напугал, устроил конфликты всякие. И все, и оставил мне решать вопросы самому. Ну, с нами все решать вопросы. Как именно он предал? Он трудился в администрацию, там поругался. Он со всеми начальствами здесь наругался. Он нес чуть-чуть, которые сюда приносили в зал, чтобы заниматься. Они разорвали маты, когда в России была машина маты, и мы еще знали, что у них деньги есть. Даже если он мне брат, не важно. А чем хозяин? Я не знаю, я надеюсь, у него совесть появится, и он трудно прийти, он говорит, прощай, попросил, ты очень трудно извиниться. И все, а телега только я буду. Для кого-то трудно, это гарбель нет. В некоторых ситуациях настолько она удобная, простая. Запись моя. Никит, запись твоя. Спрашивай вопрос. Я хотел вопрос. Я хотел вопрос. Я хотел вопрос. Я хотел вопрос. Сейчас, дай мне скажи, дай мне, о чем вы забываете. Что надо сказать еще? А, вообще, все, понял. На твой вопрос он получит ответ, да? Юрец, а там есть у нас 3D-шахматы есть. Есть уже есть прямо в жизни, которые все получают. Не горите, можно просто. Вы сможете посчитать общий результат? Она в магазине типа есть? В следующую субботу. Да, в следующую субботу, потому что уже следующую субботу у нас будет предновогодние, да? Мне надо знать результат ваш общий. Возможно, первая попытка будет кому-то подарить. Включение. Мне надо знать ваш результат. Потому что если я просто так, сейчас кто-то... Если кто-то чего-то спать, скажет, это честно, это нечестно, там пить, я хочу все, пожалуйста. Да. Компактный запрос. Когда ты уже Марина Николаевна. Марина Николаевна, так, по музыке она. Нет, это не та, Там Марина Николаевна вообще ужасно. Ребята, когда уходили, скажите. Все вместе, да? Все вместе мы. Марина Николаевна, повезло, да? Она хорошая. Русские литературы. Общие, за все время, сколько мы подтянулись, отжались, приселись, прыгнулись и прыгнули. Да, до 17.28. Ребят, я сейчас позвоню Арсению, поздравим его. Нет, не один. Ему 9 лет исполнилось. Да, я думал, мы 11? Нет, он маленький. Юр, тебе 8 лет? Нет, это как Александр же маленький. Надо защищать наших мужчин. Сестер, а это что это? Бутылка? Нет. Бутылка. Ну, вот я еще элемент бутылка, она включается. Да, за элемент отдельной категории. У меня вы сестры купили, глаза очень пинка была. Она слышит фамилию или видит, вот так она воевает. 1 марта? Или в марте какого числа? А, нет, ответа. Да. Мне, пожалуйста, все сообщите свои даты. Ладно. Артем. Парни, пожалуйста, все сбросьте Сергею, Денису Владимировичу все данные о вашем дне рождения, ладно? Надо, чтобы мы вам подарки куда-то готовили. Сейчас, кстати, Сантей, тебя грамота твоя ждет еще 100-летняя. Какая грамота?
Сейчас сделаем. Кого? Кого ты хотел? Я уже не понял, как это называется. Артем, я же вам помните, да, такие раздавал? Мне страшно. Я был за... Что ты хотел? 4 месяца до ЕГЭ. Кувырок. Мишанькина, Новичкин. А, Сантей, я тебе отдавал, кажется, или нет? Все, я терплю. Сзади, в общем. Сантей, ну это... Как Артем, Артемий, Артемон, Артемка. То есть по-разному. Да, но это я так... Вы можете сказать, Сергей, не называй меня так, мне не нравится. Я просто как вот с братвой общаюсь по-простому. Юра, Юрец, Юрбан, Юржан по-разному. Никита, Никитос, Никитка. Да? А это Сашка, Сантей. Это Андрей, Владимир. Блин, а где же его? Я тебе такую грамоту выдавал? Нет? А, ты прекрасно а шел. Да, его не было. А что ты не было? Новички. Новички. Понятно. Боизов Михаил, Бежев, Забил, Артем. Коновалов, да, нет. Да, у нас там были, но вот здесь все станки, но они собраны. У нас теперь это только выпиливание, выжигание, проекты. Все, больше ничего нет. Юр, папка мамки с тобой кто придет? Вот здесь вылезал хозяин, я сдувшийся. Пошло, Геннадий Дмитриевич. На ладошке аккуратнее, ладони аккуратнее. Это даже не мозоль, как фигня. Нет, это мозоль. Да? Да. Саша, она тебе градус отдавала, только ты не взял. Мне только аж убить. Не, я могу еще такой жесткий песни. Ты не можешь. Забились, хорошо. Давай. Так, ребят, потихоньку помогите, пожалуйста, решение постелить. Кубики, Юр, Юрец, кубики на место разложишь. А, ну ладно. Снарягу, да. Гантельки все надо разместить вот здесь расставить, да. Пока ложите, я гантельки сам беру, кубик Юру поставишь на место, положишь. Вот это снаряжение здесь просто положить, прям клади на землю, да. Родители кого встречают? Меня вы должны, не должны, там сюрприз. Тебя мама придет? Нет, там уже сюрприз. Сюрприз будет. А сюрприз будет. Не будет, не приду. Нет, Анчартер тема офигенская, да? Нет, вот нет. Анчартер Дрейк, он неизведанный. Там только в уголку посмотрим. Я взял на Сереге. Ольгу и 34-й, я прям на одном дыхании, не знаю, я за три прошел. Так я вот рассказывал. Я спал часа два, наверное, 33 дня. Я Серому про брата рассказывал. Я, кажу, заварил стакан такой кофе. С меня братан приходит, приносит диск. Или, ну да, начало 2, вторую часть. Как он? Хороший вот ты, хороший. Среди воров, что называется. Анчартер 2, неизведанный. Анчартер, да, неизведанная игра такая. 9 часов подряд он играл, Акин Владян. Я просто 9 часов, я как кино смотрел. Вот у меня братан играет. Там больше чувств такое, что интереснее сидеть читать, смотреть. Офигенно. Так и сама игруха, оно эксклюзив, да, оно сделано под кинематографом. Особенно, когда там сцена с поездом была, где вот это бах, он там залетает. Я на этом, да, на машине там сидел. На тачке, это вообще крутая игруха. Да. Они там камень чентамани еще что-то. Вот декрет бывает, правильно? Кого? Декрет. Декрет? Декрю. Декрет. Вот знакомый, не могу сказать. А это там, где, ну, гонки. Гонки, да. Это что-то не будет тест-драйв. С перематкой времени, да, декрю? Никто не играл в пост. Не времени там не мотают время. А что? Это форс-драйв время мотают. Точно, время там андеграунд был. Я бы не играл, наверное, лет. Гонки разные. 18-19 я бы не играл. Интересные. Но есть... Остал у меня в Steam, я его недавно купил. Есть крутые гонки для PlayStation. Это называется... Полный раскач. А вы в ОПГ Сергей? Сергеичка. Вчера в Дуриху. Подпись старший. Сергей, ты в ОПГ Сергеич. Я на 3D играть. Зарегистрировал? Есть такая тема была. Называется «Изгендрю».
Ребята, ну, ребята, кто выиграли, в Москву ездили, прикинь, турниры играют, цифровые турниры, ездят в Москву, играют в Москве, а потом возвращаются в Токио. И они выиграли один и начали участвовать в личных болитах на настоящем. Так это круто. У меня парни играли, у нас зал был целый, да, вот это было там цифровой, сегодняшний зал. Они играли в футбол на деньги, ММА на деньги, то есть турнир на бабло, на доллары, золото, цифровые. 12-й мы открылись в 2011 году. И вот у нас первый старостёк с первым местом, где был соединён PlayStation, для альпинизма, для скалолазания, на двухэтажном у нас помещении было. А потом враги народа тоже начали отбирать. Ну, увидели, что мы распустили, захотели там казино платформе сделать. Шмелёва была? Снесли эти дома вообще. Это был район Шарыги. Сейчас там посносили все это. Где первая школа, бассейн, вот туда, в сторону. Шарыга, любимый район. Да. Сколько? Трех? Там четырехэтажные, трехэтажные, двухэтажные. И вот у нас там четырехэтажный дом, как бы подвал, первый этаж. Это был самый лучшая тренировочная площадка была. Шарыга пришел, и кулачку узнаешь. Там все. Нам поначалу гопота заходили. Ходил, ну пробивать, что мы открыли, что казиношка, да, ребят, казиношка, что здесь будет, что как. А потом мы тоже привлеклись к этому, ребята выходили утром, белым поднимали, участковый приходил, говорит, так радовался. Мы год там продержались. Вот это мы молодцы, у нас показатели по преступности снизились, красавчики, а потом начали жаловаться. Ну, мы, я арендовал это место, платил 28, что ли, там по 30 в месяц, справа выкупа. Это в то время. Это в то время, да, справа выкупа. А потом просто они поняли, что народ начал ходить, и решили в натуре цифровое казино сделать. Нам все равно не поможет, что люди так же будут ходить. У них ничего не получилось, потом мы то раньше снесли еще там уже. Ну мне шепнули, говорит, Сергей, давай сваливай оттуда, его скоро будет сносить. Через год и короче там будет обдавливаться. Но времена я вспоминаю, как пройденные этапы, это надо было пройти. Для того, чтобы я сейчас здесь мог с вами со всеми общаться, мне надо было пройти. Вот этих врагов всяких, там, всякой гадости выслушать и прочее. Ну, блин, чё, Марк? Чё, Дима? 2103 всего. Чего? Всего? Всего? Вот смотри, всего 2132 молодец. Но мне надо понять, каждое отдельное отжимание, приседание, выпрыгивание, подтягивание, зависание. 2632, да? 2603. 2603? Ну, хороший результат. Для твоих? Парни, как настроение? Нормально. Хорошие. Вы понимаете, что такое гимнастика? Вот сейчас вы начинаете понимать? Да. Это не только турнички, мурнички или там это, как говорят, художественная гимнастика. Гимнастика – это образ жизни. Мужчина должен уметь отстаивать свой интерес. Мужчина должен уметь сражаться. Мужчина должен уметь красиво говорить и правильно думать и хорошо поступать. Это обязательно. Вы – будущее нашей Родины, вы – будущее наших детей, то есть вы будете наших детей защищать, а наши дети будут защищать ваших внуков. Должно быть единение, общение, народообразование. Не должны бабки, жрачка, какие-то кайфушные темы не должны разделять. Не должно быть один испугался ответственности, один за всех и за одного, но без хулиганства, без гадости, без всякой ерунды. Нету плохих или хороших, все хорошие, но каждый хороший. Он для всех, для своих мам все хорошие. Правильно? Все нас мамы любят. Не важно, кто как в школе себя ведет, или на службе, или на работе. Кто-то на улице может обзываться, а дома будет маму свою на руках носить. И мама, а может быть, и будет с мамой ругаться, и все равно для мамы будет хороший. Вот вам надо стать по-настоящему со всеми, ну, как родовичами, да, общение. Как... Я не зря говорю, что называют друг друга братьями и сестрами. Это по-душевному. Вот Илья Примат, да, командир этих приматов, он на то и дегенерат, он дебил. Но я его считаю братом своим. Артем Краснощеков, он тоже дебил. Но я считаю его братом своим. И так бывает. Люди, кто обманывает, люди, кто за 10 рублей или за пачку сигарет, или за бутерброд готовы предать, обмануть, они сумасшедшие. Но при всем при этом душевно это наши братья или сестры. А поступок, да, поступок может быть гнилой. Его надо за это, может быть, поругать или, может быть, даже нащелкать. Поэтому волшебный щелпан, лобающий нос, он пригодится. Нельзя в наше время. Нельзя, но можно разговором так поставить на место. Но умение драться, парни, поверьте, оно лишнее не будет. Вот 100%. Бей вторым, как говорится. Согласен.
А еще лучше, конечно, избегать силы слова сильнее кулаков. Все, слово можно остановить, вот как я пример привожу, да, что можно сделать один сбитый против десятерых безбитых. То же, что один безбитый против десятерых сбитых. Можно успокоить и объяснить вообще свою позицию, ну, рассказать. Но если, когда вы объединитесь, неважно, разной какой народности, национальности, вот вы объединенные, сколько у вас, 2 человека, 10 человек, 102 человека, вот общее состояние душевное, оно не даст врагам проникнуть. Не буква, а номер 305 лет. Пожалуйста, скиньте про неразумную информацию, ладно? Да какой, они поменялись. Он парни, про комментарии, про отзывы поняли? Да. Помните? Вы поможете продвижению информации про гимнастику. Один комментарий, это один балл? Десять. 10 комментариев при 4 слов, это 1 балл. Ну, считайте, например, как 1000 очков надо сделать, как надо 1000 комментариев. Смотри, проходит 37 был грустный. Если напишу 1000 комментариев, не по одним видео. Да, я понял. Если 1000 отжиманий делаешь, это 1000 баллов. Знаете, как проще сделать? Вы можете написать текстовый файл, скопировать, например, там, здравствуйте, хорошая тренировка, мне понравилось. Да? И начинаете выставлять видео. Сколько раз? 50-100 раз ставил. Скопировал, ставил. Потом другое. О, например, мне показалось, что я сделал мало отжиманий или приседаний, или много. Скопировали и опять вставляете по другим образом. А потом, кто заруливает этим каналом, он у него информация выставит. Сразу сколько комментариев сделал, сколько вся информация. У нас 3 человека выгружают видео, мне рассказывают, что там происходит, а девушка одна, Светлана Евгеньевна, она управляется процессом. Ну а если я говорю, Свет, посмотри, пожалуйста, кто там что, это, распечатку мне дай, я тебе скажу, ну если там за твоего аккаунта или с твоего, ну вы, например, говорите, у меня аккаунт такой, мне прям будет полностью информация, сколько кто написал, вам не обязательно прям это считать. Нет, вы для себя это подсчитываете, конечно. Сам вам не стесняйтесь, и никого не обманывайте. Не расстраивайтесь, если вдруг какой-нибудь, знаешь, дурачок там скажет, а что вы там ерундой занимаетесь? Вы плохо отжимаетесь, там плохо делаете то и то. Ну и пусть отжимаются. Всякие разные люди. Это даже специально же делают из наших. Может, специально подчеркивать по-дружески. И со зла. Может быть, Саша будет это делать, я не знаю. Чёрт. Нормально. Все? Что, погнали? Да, они поднимутся? Да, у них трубку не берут. Все, парни, 20:00, одеваемся. Саша, у нас раньше было. Вот, сейчас это одна 30-я школа. Давайте, одевайтесь. Так, оденьтесь. Сейчас, пожалуйста, постройтесь, парни. Это были две разные школы, они были разделены. А что, домой же? Да, 8 часов. Постройтесь, пожалуйста. На часах. Андрей Сергеевич, давай, братан. Раздай, награди за хорошее поведение и прочее, прочее. Владян, вставай. За хорошее поведение и всякое такое. Ну, либо смотри, детворе сейчас мы решим. Этим шли-то наши спортяги, да? Чемпионы мастер-класса. Оп! Как всегда, да, сладкие подарки. Ну а что, я просто сам люблю казинаки, Серега любит казинаки. Меня не запечатаны. Зато разные сорта и вкусно, да, там? Наборные. Давай, вызывай по одному. Что, Владяночка, казинак? Вызывай по одному. Парням надо. Юрец, давай. Ну и что, а ты уже посчитал сколько, да? Оп, давай, руку пожми. Благодарим, молодец. На место вставай. Чё такой грустный? Не нравится казинак? Я их не подниму. Положи в рюкзачок, положи в рюкзачок. Всё, можно домой идти. Всё, сладости забрали, да? Вот так мы занятия проводим, чтобы все счастливы. Артём, кто, Никита? Сейчас. А, у тебя Диман уже речь там, да? Давай. Речь я уже могу, пересмотри все. Давай, знаешь, как я тебе помогу его найти, если ты оставишь за сегодня и за завтра 50 комментариев на YouTube. Я пока не видел ни одного, даже показываю. Карман.
комментарий может быть из четырех слов или предложения, да? Ты находишь, я сразу тебе сообщаю это видео. Ладно? Ты можешь комментарий написать под разным видео, написать, помогите, пожалуйста, найти то видео, где я выиграл соревнование. Почему? Хорошая тренировка, мне понравилась, я сделал много хороших упражнений. Ну, под мышкой можно подвести? Можно написать текстовый файл, копировать текст, и вставить, все. Ты сообщаешь этим людям, парни, все довольны, все счастливы. До понедельника или до вторника? До вторника. У нас неделя будет новогодняя, готовимся. Да? А как вы думаете, когда Саратов на Москву переключить по времени? Зачем это надо? Надо, чтобы Москва на Саратов переключалась. Они хотят, ну и что? Нет, просто как-то неудобно, когда... У нас на час-то разница, конечно. Ты в Саратове? Да нет, просто у нас... А, потому что... Саш, ты замечаешь, что такое часовой пояс? Я понял, что это, мне мама говорила. А что за прикол, типа, человек, который... Парни, справки помните? А? Не стесняйтесь, социальные, из каких-то... Телефон, ой, человек. Если какие-то льготы есть, не стесняйтесь, пожалуйста. Неудобный город. Саратов? Неудобный город. А Покровск удобный город? Да, в котором мы живем. Тут улица более... А вы знаете, что этот Покровск, это казачья застава, и он появился раньше Саратова? Да. Это намного древнее. Да что, он вообще на болоте построил район. А для чего он делал, знаешь? Застава что такое? Чтоб тут люди жили. Нет, застава. Для чего? Казаки что делали? Казаки охраняли селевозов, соль возили, сельтона. А знаете, но они их днем охраняли, а ночью грабили. Вот так. Это называлось, конечно, Саратов один его в свое время называли. Первый. А, меня, а потом живу. Купцы поселились непосредственно в Саратове. Меня вот спросили, почему все говорят, все избегают Саратов. Ну что, неудобный город. Дома. Блин, так-то любой город неудобный можно. Нет. Санкции вроде. Почему санкции вроде? Потому что там добывали сланги. Где бабло? Так называется? Да. Санкции. Здесь бабло. Давай дружим. И там, короче, какая-то типа ходит история, типа. Кто-то отвечал звали вот на этой шахте. Что-то а вот тут шахты есть заброшенные? Типа какая-то зверь, какая-то типа... Просто я вот загугли Ханжонкова шахту, у нас там их 8 шахт заброшенных в одном поселке. Там Тугурудник жил, вообще держится на шахте. А? Погиб, затопленный шахт. У нас? У меня. Отзывы помните, мне надо, чтобы вы посчитали все... Загугли Ханжонкова шахты. Количество раз. И с кем-то до вторника, с кем-то до понедельника, да? Я там родился, я там на лето бывал. Лола, я тут родился там. До свидания. Я там родился, хочу. Всем до свидания. А я родился тут, а жил там. А во Владивостоке на 6 часов разница. До свидания. Все, парни, всем здравия, хороших выходных, до свидания. Кто что забыл? Стоп! Кто шапочку забыл? А, это местное, это порванное место шапки. Все, всего доброго. До свидания. Все, Юрец, всего доброго, всем здравия. Такие у нас мастер-классные мастера, да? Чего, Владян? Нормалек? Такой кайф. Ну, как всегда, меня отвлекли. Я хотел побольше, как все, мне эти записи. У меня просто, короче, инвалидность. Я одним глазом не вижу, одним ухом не слышу. Мне вот это писанина, блядь, больше всего меня напрягает. Печатной формы. Блять, прикинь бы, сколько нам бы этих листов, потому что получается один лист, один, ну, один план. Да, у нас здесь много разных вот приматоподобных типов, которые вредители. А, вот, поэтому шкафы приходится, закрывать все приходится. Здесь вообще крадец. Здесь за этот зал 2 года назад, 1.5 года назад здесь ничего не было вообще. Просто здесь пока в СТЦ ремонт делали, нам пришлось все восстанавливать, ну, все делать. Нашими силами и средствами движуха там покрасилась, поделась, постелилась, выстроилась. А то принесли люди, которые, о, как классно, начали, как бы, да они что здесь делали? Ваш гетто Энгельс, это вообще забытый город всеми. А тут бах-бах-бах, оказывается, всем-то очень интересно, всем нравится. И все, и вот эти вот войны непонятные с этими пердунами, блин, с окунами.
натуре вызвали, прикинь, ГБР, представляешь? Блядь, залетаю вообще, говорит, все, блин, крайне сейчас вас ломать здесь будут. И вот такие вот дела. Интересно, я сохранил ссылку? Ссылка в описании. Да. Юлия Александровна, да? Ну да. Алло. Юлия Александровна.